Друзья, всем привет! Мы находимся в Виннице, и сейчас будет маленькая экскурсия, он же обзор самого комфортного магазина в самом комфортном городе Винницы. Новый Цитрус находится сзади меня. Поехали, будем смотреть, что там нового, интересного. Котики. Сразу, как попадаете в магазин, тут находятся две большие зоны. Первая зона, на которую мы посмотрим, это телевизоры. Они представлены в огромном количестве. Есть побольше, поменьше, в общем, под любой вкус можно выбрать классный телевизор Винницы теперь. Прямо напротив меня зона с ноутбуками. Что круто, тут есть недорогие модели, так скажем, на каждый день для офисных задач, там, фератов вот этого всего. Ну и есть игровые решения, супермощные, топовые решения от Asus, на которых можно поиграть в абсолютно все существующие игры. Ноутбуки тут, телеки там. Идемте дальше смотреть. Это зона, где можно посмотреть наш обзор, если вы дома не посмотрели. Можно прийти в 4К глянуть. Это зона тестирования саундбаров и разных акустических систем. Диваны, на которых можно присесть в тапочках с обезьянкой. И послушать разные акустики, затестить, понять, какая вам больше нравится, попробовать кино посмотреть. Продавцы-консультанты с радостью вам помогут. Кажется, у меня сейчас будет тепловой удар просто. Проходим чуть дальше и попадаем в очень приятную зону вентилятора. Тут находятся различные гаджеты для умного дома. Консультанты могут вас, опять же, проконсультировать и рассказать, как свою обычную квартиру или дом сделать умным. Благо, сейчас есть такое огромное количество различных гаджетов, включая даже, я не знаю, мультиварки, тостеры, ребята, тостеры, все что угодно. Есть чайники, заварники. На этом стенде представлены различные эко-товары. Такие вот ланчбоксы, просто прекрасные, в которых можно носить обед не в судочке вот этом от майонеза, а в красивых. Тут же находятся вилки, ложки. В общем, экосистема органических таких вот товаров находится на этом стенде. Тут даже есть эко-чехлы для айфона. Электрическая мухобойка Xiaomi. Вы видали такое? В каждом обзоре магазина я подхожу к стенду с умными пылесосами и прошу вас подсказать мне все-таки, какой пылесос выбрать. Но мне кажется, я определился, и вот такой вот Roborock. Я, пожалуй, с ним дальше и пойду. Надоело пылесосить дома? Купите смарт-пылесос. Он сделает все за вас. Есть, кстати, даже с моющей... С моющей тряпкой есть пылесос. Геймзона. Мы делаем акценты на геймзону, потому что в других местах просто нет такого огромного количества разных аксессуаров. Причем не только под ПК. Тут аксессуары к PlayStation, есть Xbox, PlayStation, все что угодно. Вот конкретно тут находятся различные джойстики. С другой стороны мы видим различные диски на PlayStation 4. Реально большой выбор. И мало того, что можно прийти и купить все это, вы можете просто прийти и поиграть. И выбрать платформу, на которой вы будете играть, на PlayStation, Xbox или ПК, и попробовать, конечно же, виртуальную реальность. Если вы еще не пробовали, приходите в Цитрус, это абсолютно бесплатно. Можно взять, одеть шлем и наконец-то понять, каково это, не просто писать в комментариях, мол, виртуальная реальность — это неинтересно. Вы попробуйте. Вот, кстати говоря, находятся аксессуары для ПК-гейминга. Это стенд Razer, тут вот эти все клавиатуры с подсветкой, как любит Ярослав Шевчук. Все светится, классно, удобно, можно тоже все попробовать открыть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Идем в детскую зону. Вот мы находимся в детской зоне. Перед нами детишки разрисовывают по глянцевой бумаге карандашом. Деточка, у тебя неплохо получается. В детской зоне находятся всякие разные игрушки по мотивам игр. Всякие вот эти бейблейды, я после Днепра теперь помню, как они называются. Игрушки Xiaomi. Если вы еще не в курсе, в Цитрусе эксклюзивно продаются липаки. Это такой вот пластилин 21 века, не тот, который надо на батарею ложить перед тем, как лепить, а который вы лепите, потом просто оставляете на воздухе на 24 часа, он затвердевает, и получаются офигенные всякие вот такие штуки. Есть приложение, конечно же, мы же в 2019-м, как без приложения. И само приложение подсказывает, как вы можете слепить
вот такие вот классные поделки. Есть разные наборы там с инопланетянами, с животными. В общем, для детей отлично. Да и не только для детей, кого я обманываю. Тут же находятся всякие аксессуары к 3D-ручкам и, собственно говоря, сами 3D-ручки. Ты видел, у нас кубик Рубика продается? Кубик Рубика даже есть. В общем, в детской зоне, я думаю, любой ребенок найдет что-то для себя интересное. Ну и, конечно же, LOL. Ты видел, сколько он стоит? Мы находимся сейчас на бьюти-зоне. В общем-то, кроме того, что вот это зеркала с увеличением. Саш, ты не знаешь, что это? Я мало представляю, для чего вот это. Ну, видимо, это для чистки лица, на самом деле, я понимаю. Всякие гаджеты для чистки лица, ванночки для ног и прекрасное такое вот зеркало. Я думаю, что для милых дам эта зона будет по вкусу. Чуть дальше находится стенд, на котором находятся также всякие гаджеты для чистки лица, но и не только для красоты, а и для здоровья, есть зубные щетки. А в самом низу находятся электробритвы от Xiaomi, поэтому не только для девушек, а и для мужчин вот конкретно этот стенд. Даже для носа есть полезная штука. Зона релакса. Моя любимая зона. Хорошо, что в новых цитрусах она везде есть. Можно посидеть на всяких массажных креслах, помассажироваться, если вы устали ходить по всей вот этой огромной площади, ну и выбрать какую-то накидку или массажер для себя. На самом деле, я всегда думал, что такие гаджеты стоят намного дороже, и вот когда они только появились в цитрусе, я понял, что на самом деле это доступно и очень прикольно. Особенно мне нравятся массажеры для ног. Если вы никогда не пробовали, обязательно приходите, попробуйте, это бесплатно. Вы можете прийти в эту зону и просто помассажировать спину, ноги, расслабиться и просто вот так. Ну, в общем, вы знаете, потом закончим съемку. Возле зоны фитнес, здоровья, массаж, релакс есть зона с огромным количеством фитнес-трекеров. Причем тут представлены и Samsung, и Polar, и есть новый Xiaomi Mi Band 4, причем сейчас по очень сладкой цене на момент съемки. Прям я не знал, честно говоря, что такая акция. Это именно вот как пирожки просто вот так вот разлетаются, поэтому если хотите, но еще не купили, стоит сейчас задуматься. Тут же внизу, на уровне ниже, находятся умные смарт-весы. Очень классная штука, если вы занимаетесь спортом или просто хотите следить за своим весом, за своим здоровьем. Очень рекомендую, потому что самое главное в весе это что? Это динамика, положительная либо отрицательная. И когда вы каждый день взвешиваетесь, у вас все сохраняется в приложении, вы можете посмотреть, в каком направлении вы движетесь, в нужном или не в нужном. Вы поняли. Тут представлено огромное количество разных акустик, побольше, поменьше. Есть, конечно же, всеми нами любимый бренд JBL, который делает от вот таких вот маленьких портативных вариантов, которые можно прямо на рюкзак прицепить, до больших решений, типа вот такого вот экстрима. И все акустики тоже можно попробовать, послушать. Можете подключить свой телефон, послушать, как играют, перед тем, как выбрать, что купить. На этом стенде находится достаточно такой большой выбор смарт-часов, причем как для взрослых, так и для детей. Мы делали недавно такой вот большой подборку сравнения детских смарт-часов. Очень классная штука. Сейчас тем более школа начинается. И мне кажется, что вот это прям must-have покупки для родителей, которые очень переживают за своих детей. Даже иногда больше, чем нужно. Тут находится Apple Watch, разные аксессуары для Apple Watch и разные аксессуары для AirPods. Чехольчики всякие там вот красивенькие. И аксессуары Apple, кстати, тут же находятся чуть ниже. Буквально пол магазина занято электротранспортом. В цитрусе огромное количество разного транспорта, и тут есть все. Начиная с гиробордов, которые находятся вот там, заканчивая вот такими огромными скутерами. Возле входа вообще мотоцикл электро стоит. На всем, конечно же, можно пробовать поездить перед покупкой. Продавцы-консультанты расскажут, покажут, чем они отличаются, какой лучше выбрать для вас. Поэтому Винница, если вы еще ездите на бензине, самое время переходить на электро. Винница, вы на сапах катаетесь или нет? Мы в Одессе катаемся, так что вот они есть. Мини-гироскутеры, электросамокаты, героборды, электровелосипеды, лайкбайк и, конечно же, просто сотни смартфонов. Тут находятся
все что угодно. Тут есть Honor, Xiaomi, Samsung, Apple. Все можно выбрать прямо тут. Техника Apple в Citrus представлена официально. Покупая у официального дистрибьютора Citrus, вы получаете официальную гарантию, официальную поддержку и, конечно же, грамотную консультацию наших продавцов-консультантов и технических экспертов. Тут представлены, конечно же, айфоны, айпэды, с моей стороны находятся макбуки, различные аксессуары, конечно же, Apple Watch есть. Фаншмот. Тут находится различный игровой мерч. Кепки, футболки, балахоны, носки, значки, кошельки. В общем, просто рай для геймеров, потому что вы можете ходить в кепке с Fallout, например. В общем, все официальное. Можно выбрать по любой из вселенных, там, Marvel, DC. Знаете, чем я люблю Citrus? То, что в Citrus'е вы получаете больше. Это уже давно не просто магазин. Это зона для развлечения, обучения. И вот сейчас за моей спиной находится Citrus Академия. Давайте пойдем, зайдем, посмотрим, что там. Это такое пространство, в котором вы можете получить новые знания. Вы можете получить новые знания по мобильной фотографии. Вы можете просто научиться пользоваться гаджетами, если вы никогда не пользовались, например, MacBook'ом. Очень часто вот люди говорят, а как это MacBook? Я всегда на Windows. Вот это вам вот как раз сюда. Тут есть школа робототехники. Она находится в отдельном зале. Мы сейчас еще на нее посмотрим. Тут сейчас находятся такие специальные зоны для фотографий. Сегодня открытие, и люди, гости проходят квест. Это часть квеста, декорации. В общем, академия – это место, там, где вы можете научиться пользоваться своими гаджетами. А я уверен, что всегда есть чему учиться. Давайте посмотрим еще на робототехнику. Прям совсем рядышком, так сказать, за стенкой. Вот она, робототехника. Давайте зайдем. Где-то я видел этого парня. Тут находится класс робототехники. Именно тут люди могут научиться собирать роботов. Это очень интересно для детей, потому что робототехника учит основам программирования. То есть ребенок понимает, что такое алгоритм и последовательность. И это очень здорово. Так сложно говорить одновременно с собой. Ладно, не будем отвлекать. Тут уже проходят какие-то мастер-классы, занятия. Идемте еще дальше посмотрим. Вы еще не купили GoPro Hero 7 Black и не засняли свою первую версию блога вашего? Самое время. Полный ассортимент GoPro и аксессуаров к нему. Отличная штука для того, чтобы снимать про свою жизнь, снимать в отпуске, снимать просто свой каждый день и становиться блогером. Такой вот новый Citrus в торговом центре Мегамолл в Виннице. Знаете, я в который раз повторюсь, Citrus — это не просто магазин. Это намного больше. Это эмоции, это комфорт от покупки, комфорт от обучения и комфорт от развлечения. Потому что сюда можно прийти не для того, чтобы купить что-то. Вы можете сюда прийти, чтобы, например, поиграть или чтобы поиграли ваши дети. Вы можете прийти сюда и получить какие-то знания. Вы можете научиться чему-то. И знания — это же сила. Поэтому обязательно приходите в новый Citrus, который находится в торговом центре Мегамолл в Виннице. Будем всех ждать. А я останусь тут и еще поотдыхаю.